Девчонки и мальчишки, учащиеся района детской школы искусств имени Эмилия Балакирева, сегодня уже встретили День знаний. Они красиво нарядились, подготовили яркие творческие номера и задали себе высокую планку уже в начале года. Ты куда поступаешь? На фортепиано. А почему ты выбрала фортепиано? Потому что у меня учитель играет на синтезаторе, на фортепиано. Мы всегда ходим. И мне это понравилось. В будущем планирую стать музыкантом. Музыкантом много денежек зарабатываешь. Здесь учатся настоящие любители творчества, а работают педагоги, которые точно знают, как из ребенка сделать настоящий талант. Большинство этих ребят в будущем, конечно, станут победителями различных конкурсов, фестивалей и мастер-классов. У нас уже второй класс. Да, мы уже во втором классе. На театральном, да, учитесь? Нравится вам в нашей школе искусств? Очень нравится. Здесь можно дружить с другими ребятами, здесь познаешь, и все. Ну, интересно, в общем, школа. Мне здесь очень нравится. На танцах, на театральном искусстве. В этом году в школу искусств и ее филиалы пришли около 200 первоклассников. Директор школы поздравила учеников с этим чудесным днем и, конечно, пожелала успехов. А некоторым ребятам вручила сертификаты в магазин канцелярских товаров в рамках акции «Первоклассник». Поздравляем всех с праздником! Желаем всем добра, здоровья, уметь мечтать, ждать исполнения всех желаний и не забывать, что желание исполняется обязательно, если очень-очень захотеть и потрудиться. И дружно скажем с вами слова «В добрый путь!» 3-4! В добрый путь! На территории музыкальной школы расположились творческие площадки. Центральная библиотека организовала библиобульвар, где можно было разгадать загадки, кроссворды, разукрасить картины и получить предсказания на будущий учебный год. А художественная школа представила свою аллею, где расположились лучшие работы учеников. Также было установлено волшебное дерево с яблоками. Каждый мог сорвать и забрать его себе. Ребенок изъявил желание заниматься музыкой. Мы родители поддержали это, чему очень рады. Пришли сюда как бы по отзывам моих подруг, и нас очень все устроило. Преподаватели все очень приветливые, все очень тактичные. Надеюсь, что школа принесет нам только полезные эмоции. Квалифицированные педагоги школы постараются раскрыть для новоиспеченных балакиревцев мир творчества в полной мере. Анна Яковенко, Юлия Баховская, Татьяна Дубинина, Владимир Татаринов, Ахтубинск ТВ.